отвечай ко мне живей. Кто ты, милое дитя? Гердою зовут меня. Много верст уже прошла. Я еще мальчишку, Кая. Юные зрители завороженно следили за историей, знакомой каждому. Спектакль «Снежная королева» был представлен воспитанниками студии «Окна» на сцене Видновской школы номер 7. Участие приняла и классный руководитель ребят, сыграв саму владычицу льдов. С интересом ученики младших классов следили за приключениями Герды и радостно аплодировали, когда сердце Кая оттаяло. Что так стучит в моей груди, что за вода течет из глаз. Я вижу мир, как в первый раз. Я не могу понять, где мы, как холодно в плену зимы. «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена – произведение, которое прочел каждый школьник. Несмотря на это, сам спектакль прошел в необычной форме. На сцене все говорили стихами. Одной поэзии дело не обошлось. Актеры пели, что, как отметил руководитель коллектива театральной студии, также развивает детей. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это компактно, потому что всю информацию вбирает как бы строчки. И детям полезно, потому что они учат стихи и в то же время работают с художественным словом. Играла в спектакле и юная звездочка, лауреат конкурса чтецов «Моя Россия» Остап Кадерлеев. Воспитанник студии «Окна» исполнял второстепенную роль, был вороном. В интервью он отметил, что выделяться одетым в черное сложно, но он надеется, что у него получилось. Мне очень понравился спектакль. Он научит счастью, доброте, дружбе. И что никогда нельзя останавливаться, когда что-то случилось. Актеры после спектакля отметили, что премьера удалась. Многие уверены, что следующие спектакли будут проходить все лучше и лучше. Ведь рассказывать со сцены по-настоящему добрую историю всегда приятно. Татьяна Брылова, Александр Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.